А возможности сегодня, вот чисто технически, сколько времени вам надо, чтобы вот справиться с посевным? Ну, чтобы нам, допустим, на этом отделении, ну, получается, если мы за сутки мороним 500 гектар, то есть с двумя агрегатами, то при 5000, ну, сколько, 10 дней, и тут это будет полностью, вот, и также и посев будет. То есть тут зависит все от техники, от агрегата новые, то есть исправные. Хорошие сильные агрегаты и Зенфорд тоже справа стоит на готове. То есть сейчас забороним, земля подойдет и вперед.